Хочу показать вам туалеты. Такой туалет. Мы зашли сейчас покушать с мужем. Все чисто вообще. Супер, все. Заказали, покажу вам что. Всем привет, друзья мои. Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Посмотрите, в каком красивом месте сидит мой муж. В раю. Мы, значит, заказали печень, шашлык из печени и из мяса. Вот такой сервис подают. Сначала лавашики, лук, разные закусочки. Это лук тушеный, это горькая, сливки, приправа, салатик. И вот такие красивые цветочки. А напротив работает его жена. Боже, какая вкуснятина! Какую нам вкуснятину принесли? Вот так хлебушек. Это все нужно сложить, лучок. Айран настоящий. Ну, друзья мои, и мята. Очень вкусно. И вот такой вот принесли салчей хлеб. Лимоном сбрызнуть. В таком красивом месте мы сидим со шпилом, не так? Видите, как надо Ашкин делает, как у нас нет. Ашкин что-то проголодался, когда он проголодается, у него нет настроения. Все он ложит туда. Очень полезный, говорит. Лук. Тушеный. Такой лук, вы видите, я дома, когда делаю, вот. Здесь они больше этой сумсак. Сумсакочки? Сумак. Вот так вот и кушать надо. Ну что, мы будем кушать? Проголодались очень сильно. В каком красивом месте мы сидим. Бомба? Бумбат. Бумбат. Посмотрите, что нам принесли. Вот это я сейчас буду пробовать. На вкус и скажу вам, что это такое. Сейчас посмотрим. Друзья мои, сейчас я буду пробовать, что это такое. Бумба, да, Машкин? Бумба. Вот посмотрите, она как кишка. Сейчас посмотрю, что внутри. Интересный вкус. Нормал. Какой-то запах тоже есть. Еще на где-то барса. Турция, слушай. Гертка, это кишки, говорит. Тамам, суджук да ее рус бахарса. Он и короче. Очень интересный. Начинка рис и мясо. Выглядит ужасно. Ашкин ни разу не ел. А ну посмотрим на его реакцию. Первый раз, говорит, кушаю. Понравилось, можно есть, говорю. Так что сегодня мы экспериментируем. Первый раз кушаю. Бумбат. А мы в день буюк гордым более. Он шурданыш. Да, халым баса. Приятного нам аппетита. Ашкин, дойдун мо? Дойдун. Сейчас кофе ждем, чай выпили, кофе ждем. Что я могу сказать вам? Очень вкусно.
Это одно из вкусных мест, мы любим со Шкилом ходить сюда. Нам очень сильно понравилось. Ну, естественно, нам сегодня было не до готовки дома. Я отдохнула, столько сделали покупок. Вот в этом месте мы сидим. Гиверди Бахара. Видите, какое большое пространство, помещение. Сейчас мы пьем кофе с Ашкиром, нам принесли. Друзья мои хорошие, вот за этот прекрасный и вкусный ужин мы заплатили, Ашким заплатил 99 лир. И наелись, и все. Как красиво. Все. Приходите сюда, вы получите огромное удовольствие. Мы дома. Я еле дотащили наши пакеты. Хочу показать, что купил мне Ашким. Вот. Мы коробки повыбрасывали, потому что очень тяжело было, но кое-что и оставили. Вот такую вот взяли мне красивую ночнушку, красная такая. И такая вот она, только черная. Представьте, какая красивая. Вот такие мой муж сам взял, чтобы я одевала, тут внизу застегивается черную и белую. Вот такую пижаму я тоже взяла. Какого цвета она? Вот такого сиреневого цвета, да? Красивая. Пижама. Вот разного здесь есть. И вот такая сиреневая у меня. Вот сиреневая. Вот такую взяла я пижаму с шортиками. Вот. Столько маек понакупила, да? Вот смотрите. Не знаю, как, что, откуда это взялось. Но, по-моему, мы не брали, но что-то нам. Как мы ее купили, не знаю. Я такого цвета бы не выбрала. Но она, посмотрите, с резиночкой внизу, маечка. Взяла вот такие маечки хорошие. Видите? Вот такой с резиночкой. Люблю я белые. Да. Вот такую взяла. Вот такую взяла. А мой Ашка мне купил приспособление для кухни. Видео снимать. Вот такие полотенца я взяла. Мне нужно льняное для массажа шеи. И вот такие полотенчики мы накупили. Вот это все трусы. Я не буду показывать. Трусы мои. Разных цветов. Ну вот мы взяли Ашкиму. На одни около сколько стоит? Мужские. Очень самые качественные. Наверное, 25 или 22 или 25 лиры. Три штуки. Майки взяли ему хару. Такие дорогие самые. И взяли вот такие еще. Вот такая серая и такая же беленькая есть. Или черная такая. Что это, кстати? Это он мне капри купил. Вы знаете, что ему не надо говорить. Он сам говорит, что мне это надо. Капри для дома. Буду носить под эти маечки. Так, еще что мы купили? Купили вот для доски такое красивое. Да, с розочками. Покрывало, чехол. Ашким купил себе. Поло, тапочки и еще другие. Они подешевле, конечно. Ну, говорит, буду поставить там возле порога. Куда-то спуститься бы. А вот и мои платья. Он мне купил поло, я вам показывала уже. И вот такие взял, ну, на море там или куда-то поедем. В общем, вот такие вот покупочки. Ну, за это все заплатил 1300 лир за это все. Вот что вы видите на моей кровати. По мелочам и собралось только. Ну, естественно, поло все дорогое. Ну, остальное там, сами знаете, 60-70, это я не знаю сколько. Вот это сколько, вот такая ночнушка, посмотрите. 35, вау. А вот это вот 60 стоит. Или 70, там было, видите, сзади. Такое красивое. Так, а это почем? 41. Видите, такое не так уж дорого. Ну, вот это вот черная, она красная, она вот 60 или 70 лир.
приятная такая будет на тело. Ну вот наши покупочки. А кто нас дома ждал? Кто нас дома ждал, мой мальчик или девочка? Кто такой? Кто такой? Кто такой? Кто такой? Мы скучали по тебе. Посмотрите, он эту покушал уже, да? Мы скучали по тебе. Хотели ему зеркало купить, но не нашли. Гигос! Гигос! Гигос-гигос! Мой сладкий гигос! Куда боится? Гигос-гигос! Аж к нас лотуру йорорда. Гигос-гигос! Мой красавчик! Красавчик мой! Мой красавчик! Боится меня, видите, но я такая сумасшедшая. Посмотрите, что мы еще купили. Два горшочка. И вот для прызгалку для воды. И сейчас Ашким делает ему зеркало. Не было его зеркала, и вот Ашким, вот посмотрите. Такое зеркало. Ну, пока. Все, пошла я приводить себя в порядок. Раздеваться. Устали. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.